Выпускники Северной Осетии должны подать заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. До этого срока выпускники должны определиться с выбором предметов, которые они будут сдавать. Единый государственный экзамен пройдет по 15 предметам. Из них обязательными являются математика и русский язык. Пресс-служба Министерства образования Северной Осетии напоминает, что участники ЕГЭ с этого года не могут сдавать, как раньше, и базовую, и профильную математику. Необходимо выбрать один экзамен. После 1 февраля заявления на участие в ЕГЭ принимаются по решению Государственной экзаменационной комиссии только при наличии уважительных причин. В ведомстве также сообщили, что школьники подают заявление в свое учебное заведение, а выпускники прошлых лет в органы местного самоуправления по месту регистрации.